Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-крошка, Форум, Санек, Дэн, Итачи, Гусанек, Хулиган, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это высокий лабиринт с разными дорожками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем убегать от аниматроников из фильма «Пять ночей с Фредди». Идем. Да, он вот туда наверх. Пацаны, только аккуратно, давайте друг друга не толкать. Да, давайте по-нормальному. Сейчас метку поставлю, где он. Да. Вон он на респауне. Ну что, пацаны, мы на самом верху, мы смогли подняться. Молодцы. Давай танцевать. Балди танцует сегодня для вас. Концерт. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайкосики и залетайте в наш дискорд. Ссылочка в описании. Гусенек, а что я тебя не вижу? Я поднимаюсь к вам, я просто думал, что сейчас двоих там мочкану. Конечно. Которые а они побежали конечно. К вам. Ты можешь что-то просто что-то рассчитывать что-то. На то, что они будут падать просто с этих дорожек Дима. И таким образом будут умирать. Привет, Дим. Привет. Вы пришли? Нет, мы снизу прыгаем. Снизу. Ой, рядом Максим. Привет. Вижу, давай. Максим, я в тебя верю. Беги. Он бежит со всей силы. Беги, Максим, беги. Беги. Я пошутил, он был далеко. Но сейчас пройдет время, я думаю, минуты 2-3, и начнут уже люди умирать. Да не, мне кажется... Да. Что он упал? Я думал, я допрыгнул. Ты молодец. А у него что, прыжок есть? Это был парень. Это парень был у всех, которые просто любят жить. Не, у меня прыжка нет, то я же это просто... У меня есть хорошая идея, как подставлять вас. Как? Стопить. Да. Максим, ну это же нечестно. Ну, это честно. Ну, стопы вам не тратит. Я из-за стопы упал. Вот, сын, вы понимаете, он уже приближается. Вы готовы все отступать? Держи! Чего такие секунды? Я с пукалки. Ну давай, Гусенек, мы в тебя верим, ты сможешь. Он улетел вниз. Господи. Ну, Гусенек, ты же нормальный аниматроник. Максим, я упал чуть-чуть. Ну, ой. Он прям сильно упал вниз или нет? Да. Иду. Ну, почти тут рядом. А, я вижу, вот он. Димяс. Максим. Привет. Димяс? Лучше рядом не стоять, а то он захватить сможет. Давай, Гусанёк. Ну ты что, мать, издевай. Ну, Гусанёк, ну, пожалуйста. Ну, играй как хорошо. Ну, это ж вы со своими бонихопами только и можете. Я могу сделать гравитацию такую, что прыгать нельзя. Я могу без бонихопа. Сложно тебе? Говори. Сложно. Все, пацаны, вы готовы без умирать бонихопа. Сильно? Да, я не боюсь. Ты что сделал? А все, гравитация 1000. 10 000. А как какать? Ой, как не, 10 тысяч, не, Гусанек, ты чего? Мы и так разобьемся. Сейчас даже уже высота получается в два раза надо меньше нам высоты, чтобы умереть. Слушай, ой. А мы так даже быстрее прыгаем. Да? Потому что быстрее приземляемся и можно быстрее прыгать. Я чуть не проиграл из вас, пацаны, понимаете? Найс. А чё вы там стоите? Идите Диме помогайте. Хорошо, зачем? Я иду Диме. А они очкошники, понимаешь? Я просто споткнулась. Димас, я бегу! Ой. Окей, идем победим. Дима, нет! Убегай. А его не сможет поймать, я уже этого аниматроника выучил. Ну что, пацаны, давайте троллим его. Ну что, Гусанёчек, давай, мы тебе даем шансы выиграть нас. Максим, ты понимаешь, я... Максим, ты по мне попал. Ты нормальный это вообще? Обстоятельства. Ай! Он догнал? Дима, у меня мало хп, не трогай. Я тебя вообще не трогаю. У меня 60 хп, в смысле не трогаешь? Кто тебя тронул? А ты по мне тоже попал. Это обстоятельства. Меня тоже, я стрелял по аниматронику. Я тоже? Максим, нет. Да ну вы чертивые две. Отстань от нас, Саня. Мы с Панч Боб и Сквидвард, ты чего хотел? Где бат? Дима! Не стреляй, Дима! Я не стреляю больше. Да 40 хп, в смысле? У меня в руках даже не было пистолета, иди посмотри. У меня было 90, 40 осталось. Да, я подтверждаю, у Димаса не было пистолета. Смотри, вот у меня сколько, вот. Колонн. А! Ты дурак, что ли? Кто я? Да пацаны, мы в одной команде. Вы чё, если вы меня убьете, я взорву ядерную бомбу и проиграют все. Димас, у меня 2 хп вообще. Короче, Гусанёк, я увеличиваю еще гравитацию. Гусанёчек, я в тебя верю, ты сможешь. Гравитация тебе должна помочь. Надо остановить Диму. Да, именно Диму. Надо его застопить. А! И все легко. Все легко. Если бы не мы. Гусанёк, я поддался.
Да-да-да. Yes, yes. А теперь я буду мощным аниматроником. Так я тоже Фокси возьму. Ты еще одного убил? Он упал просто со скоростью света. Гусанёчек, ты молодец, давай делай это. Мне это надо, Саня. Фурумиха. Мишка, иди сюда. А ты на левую кнопку мыши нажимал, чтобы убить? Да. Блин, а как к краю подходить? Терупайте уже. Я тут Дэна нашел, мы танцуем вместе. О, аниматроник с такой же скоростью вниз. Нечестно. Чё, Форум, не ожидал? Не ожидал? Ого, тут кто-то влип в пол. Тут Дима. Это было жестко, кстати. Он прям растворился. Блин! О, Максим. Максим, я иду по твою душу. Ё-моё, я не заметил то, что он за мной, отстань. Максим. Убивай его, пожалуйста. Отстань. Ну не надо, блин. Ну не стукай. Да упал я уже, все, я упал. Можешь не переживать. Аниматроник тоже умирает, да, с такой высоты? Нет. Нет, на него гравитация не действует. Это нечестно. Подожди, вообще. Ты меня не обманул? Ты меня не обманул, ты реально не упал. Да я упал. А, ты реально упал. О, еще один. Так, я вижу Максима. Бежим за скелетом. В смысле ты, Максим? Ой, я кто-то упал. Я тебя вижу, я сейчас спрыгну тебе на голову, смотри. Давай. Ты готов умереть? Да. А я включил мегаскорость. Ну давай. Ты думаешь, я не убью тебя? Меня Санёк еле догнал. Блин, я промахнулся! Ну блин, ну, Максим, тебе повезло. Тебе реально повезло. Ё-моё, я еще. Да из-за тебя все. Так надо маленькую скорость включать. Есть еще один. Максим. Ой, Гусанёк, ты молодец. Дурахитный, оказывается, аниматроник был, все, я знаю. А за кого ты играешь сейчас? Фокси. Да, он классный. R нажимаешь и тупо топишь за него. Да. Ну, форум не надо. Окей. А кто остался в живых? Там кто-то наверху, там Балди бегает, иди убей его. Там, короче, в живых точно я знаю, это Итачи и Санёк. А так, а где Максим? Нет. Где-то ж тут Максим был. Я живой, а Санёк вроде умер. Я упал с высоты. Вот, Санёк упал, получается. Ты разбился. А вот Балди. И Балди. Максимка. Так, кто же победитель останется, а? Максим, как ты думаешь, кто останется? Я хочу. Ну а ты не сможешь, ты понимаешь? Фром, как так ты упал? Так вот, я умный, я его... Всё, Максим. Вижу Максима, вижу его. Ребята, зажимайте с двух сторон. Так. Где? Как надо мне туда попасть? А где? Кто последний был остался? Вот он бежит, Максим. Вот он бежит. Вот он. Я включаю мегаскорость. Так, догоняю его. Вы чё? Догоняю его, я тебя должен убить. Иди сюда, щенок вонючий. Прыжка нету, да? Блин, это круто. Ты живой? Нет, он умер. Мы выиграли красиво. Так, пацаны, кто остался живой? Все. Максим, ты был последний? Я был последним. Да, я убил Итачи, так что... Теперь ты аниматроник. Хочешь начинать? Давай. Раунд номер 2. Максим начинает. Давай, 5 секунд, можешь начинать. Раз, два, три, все, я бегу. Да, давай. Ага. Ого, как ты быстро. Гравитация просто отсутствует. А что такое рахитный аниматроник? А надо R нажимаешь, он быстро бежит. R нажми. Потом нажимаешь R, он медленно бегает. А кого ты взял, Фокси? Да. Фокси самый классный. Поднимайтесь ко мне все, мне тут Максим, грустно. Я буду тут смотреть за аниматроника. Я посидел, поэтому ты выиграл. Не а, все, первый сдох. Отлично, и Итачи слился. Второй. Так, уже два аниматроника. Ребята, вы что, гоните? Ну не умирайте так быстро. Я поскользнулся и упал. Вы что, вы умираете? Сейчас спущусь вниз. Прыгай вниз. Он передо мной шел. Они раздеваются все. Ладно, я со второго этажа. Сигма. Малейшая ошибка, и ты труп. А зачем вы меня убиваете? Я даже не возродился. Блин. Ой, аниматроник здесь. Ну ничего, ребята. Как так же сесть? Я увернусь. Альт-Е просто вниз и все. Не так, не так. Я очень хорошо играю. Нет. Сейчас, я поднимусь. Пацаны, а вы где все? Наверху самом. Я к вам бегу, я приближаюсь. Так, отлично, там аниматроник как раз внизу.
Я успеваю. Тихо. А, аниматроник. Ой. Это Максимка? Это я сверху. Ё-моё. Не надо. Максим, давай, мочи уже всех, покажи вещи. Дима, убегай. Я пропустил. Спасибо, Максим, что ты такой добрый. Это специально было. Вот как надо отрываться, вот так по таким дорожкам. Голден Фредди, ты меня пощадил или ты меня... А, вот он опять бежит. Ну давай побегаем вверх-вниз, мне нравится, давай. Я тебя запомнил, Дима. Я дурю всех. Отойди, пожалуйста, отойди, морда. Спанчбобная. Спанчбобная, ой, он бежит. Нет, он за мной. Давай, ты отлично. Блин, классно, что он не перегородил мне путь, было бы круто. Какой же умный Фокс теперь. Класс. Отрываемся по красоте, ребят. Смотрите, все. Я в замедленной съемке. Я ровно за тобой. Дима, за тобой аниматроник. Я Саня, знаю. Привет. Ты где? Вот я. Тихо. Джим? Выключите свой. Я оторвался? Нет! Я соскакивал. Я знал, что я смогу убежать. О, привет, Гусанёк, а чё у тебя там скин странный очень? Это Сигма. Я Сигма. Мы живем, пацаны, мы лучшие. Дима, классно мы... играть, когда ты профессионально умеешь убегать. Ну да. Я кого-то убил. О, отлично, молодчик. Дэна. Бегары бежут к нам. Бегары, я вижу. Бегары. Пацаны, мы сможем. Ну мы же лучше, понимаешь? Опа. Стой, кабака. Я слышу, как ты упал просто. Блин, классная серия, мне нравится. Точно заслуживает лайкосик, потому что, ребята, мы 100% поднимаем людям настроение, кто смотрит наш ролик. Я опять упал. Как же они стараются нас убить. Я прям... Это был лучший трюк за тысячелетия. Дима, старый хит. Я лучше играю, чем некоторые. По крайней мере, не последнее место Дима. Займу. Дима, смотри, давай... А, ладно, потом покажу, потом. Сейчас ты мешаешь, понимаешь? Ты отвлекаешь меня от очень серьезного действия. Они могут замочить меня в любой момент. Я просто с 1 сантиметра упал и умер. Где вы? Я убежал. Куда ты убежал? Дима, осторожно. Там я очень бежит. Осторожно играю. Отлично выживаем. Просто бомба. Мне нравится это выживание. Дима, великолепно. Нет, он бегает. Дима, я бегаю блин. Здесь. Они хотят меня убить очень сильно. А почему? А ладно, спасибо. Дима. Дима, Санёк! А это ты, Максим, был? Давай, мочи его, пожалуйста, убей. Ну! Я упал. Я видел, опять упал. Да что ж вы падаете, мужики? А попробуй сам за ним. Я играл. О, привет, Санёк, мы с тобой тащим. Кто умер, кто? Я упал. Найс. Ой, Дим, там Фокси почти по тебе попал. Ну, практически, чуть-чуть же не считается, правильно? Да, правильно. Дима, стой. Я убегу от тебя. Стой, Дима. Я убегу. Да, блин. Саня, там все падать. Нет. А, блин, нет. Блин, как же я испугался. А, я буду мстить тогда всем, кто остался в живых. А, так ты Криса. Так, пацаны, перекличка. Кто еще живой? Я. Форум. А, вдвоем? Да. Да, наверное, не знаю. Сейчас решится, кто победитель будет этого ролика. Это все. Пацаны, я его преследую как последний раз. Он должен умереть. Я его не оставлю в живых. А где он? Вот он, внизу. Я догоняю его. Я все ближе и ближе. Каждый раз я его догоняю. Вижу, пацаны, наверх бежит. Где он? На самом? Ну, ё-моё. Ну, блин, Максим, я заразился твоей болезнью падать. Это проклятие, которое передается с поколения. Так, давайте будем чекать вот эти вот...
спуске, потому что вдруг он будет сюда бежать, кто-то будет там. На верхний этаж лесенки смотреть. Вот, я его вижу, я его вижу. Да ну нафиг, я не хочу за ним бегать. Видите, видите, дальше давайте. Гусенок, ну ты некрасиво поступаешь. Я красиво знаю, у вас Гаррисмод лучше. Он заныкался за столбом, вот он сидит, я его вижу. Да блин. Вот он побежал, я его чекаю. Он не скроется, пацаны. Так, вот он бежит по бортику с правой стороны. Ну как справа, это от меня, если смотреть. Бежит, 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 наблюдаю. Так. Какие же вы рахиты. Вот он поднимается наверх, я бегу к нему навстречу. Я его принимаю, принимаю. Бегу, 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 бегу. Жопа ты морская, обманул меня. Ага. Есть! Да. Я это сделал! Ура, Гусенёк! Я за тобой следил тысячелетиями, чтоб свершилось просто... чудо и возмездие. Там просто меня этот уже караули. Меня там просто караули. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Солдат, Пингвинус, Дэн, ОлТВ, Санёк и Тучка, Плеймарк. Пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум всем. Всем привет. Всем привет, ОлТВ. Ребята, мы скачали классную карту, которая вам больше всех нравится. Это радужный лабиринт. Будем убегать от жестких аниматроников из фильма. Если опять кушайте, приятного аппетита. Мы начинаем выживать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Есть! Есть! Бежит! А чё за мной бежит сразу? Пацаны, я свой! А! Он просто режет меня. Бежит, бежит, бежит! Быстрее! ОлТВ, беги! Молодец, спасибо, что ты мне жизнь спас! Блин, не получилось. Ребята... Надеюсь, эти ролики поднимают вам настроение. Мы страдаем. Смотрите, сейчас еще в конце мне... На, распилил мне голову. Красавчик. Ой, блин. Так, он ушел. И опять бежит. Так как он на расстоянии убивает? А я еще не добавил всех, которых я хочу. Потому что я хочу штук 50 поставить. А жестко будет, как вы думаете? Вот там с той стороны они все бегают. Так, вот с этой тоже стороны идут. Блин, ребята, они по всей карте распространились. Но пока весь нормально все. Чика стоит. Видели? Передумала и ушла. А, да. Беги, дочка, беги, быстрее. Ну что, аниматроники, вы где? Я вас не боюсь. Давай. Кто хочет меня убить? Кстати, от них реально легко убегать. Самое тяжело, когда из-за угла они резко убивают. Он, видите, еле идет. Шорохит. Давай, 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 иди за мной. Ого, у него глаза злые. Вы видели эти глаза? Да что ты сюда побежал? Очень злой аниматроник. Так, давайте посмотрим, он за мной бежит или он просто идет? Ой, ой, я... Дэн, спасибо, что ты умер. за мной идет. Там сборище есть. Там много их, да, вообще ходит. А хочешь прикол, только что, короче, я бежал на спринг-трап, он меня не убил. Просто покуцал. Класс. Да, вот, кстати, спринг-трап, он реально ножичком просто чикает, поэтому он самый лояльный аниматроник из всех. Эти просто сразу ваншотают. Смотрите, привязался за мной Фредди, не хочет отставать, представляете, смотрите. А нет, все, отстал. На другого игрока переключился. Нет, а это и Тучка. Привет, привет. Ой, да ты че? Да я поставить просто решил, вы как раз там стояли. Я не хотел, чтобы он вас убивал. Ну ладно. Вот, быстрый аниматроник. Вот я знаковое буду ставить. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кто там быстрый? Там очень быстрый. Блин. Гитара. А тот добил меня. Это как работает вообще? А! Ё-моё, Чика! Ой! Бам! Расквасило мне голову. Ой! Да что вы говорили, что ли? Да что они все тут... Приколисты, что ли? Стадо там ходит. О! Вы знаете, что Чика здесь бросила? Тут кекс ее ходит, да, прыгает. Нет! Нет-нет-нет, головой я там бьёт. Я его не бьёт. Буду есть. Ещё и спал. Я выживу, смотрите. Я выживу 100%, она не идет за мной. Я слышу, как ржет. Нет, пожалуйста. А, ну блин, беги, вот кого убивай. Балди там стоит, мочи его. Все, пацаны, вот тут мы выживем. Нет, он бежит. Блин, начинается уже прям очень сложный уровень. Но мы затащим. А я тут кексик находил. Сейчас я поставлю очень быстрого аниматроника. Так. Вот, ребята, это самый быстрый аниматроник со всего пака. Ну все. Сейчас будем наблюдать просто веселье. Ой. И угар. Все, больше ставить не буду. Нет, ладно, я пошутил, я буду еще ставить. Вот теперь, я думаю, что даже нема смысла добавлять еще. Это будет страдание. Ну, на крайняк я успею просто спрыгнуть. Там Бонни прилечь решил. Да? Он отдыхает? Да, он отдыхает. Ё-моё, дернулся. Прикольно убивается. И сразу медленно начинает идти. А он, когда не видит цель, он не знает, куда идти. Сейчас он упадет вниз, я возрождусь. Да.
Тут какое-то стадо бегает. Э? Смотрите, а все, видите, нашел цель и сразу резко побежал. Ну какой-то псих просто неадекватный. Да, пацаны, я вижу, вы хорошо сливаетесь. Я нашел очень классную точку на карте, где можно долго тащить. Так я тут возле прямо в центре этого стада бегаю, ну точнее спавнюсь, они меня убивают. А вы заметили, что какой-то баг горит в моде, когда умираешь, возрождаешься на том же месте? Ах ты говно. Да. Ты что сделал? Дай. Вот что ты сделал? А, за это тебя убил Фредди! Вот, ребята, к чему приводит, когда вы хотите другого человека обмануть. Там за челиком все Фредки помешали, все пять. Я вижу. Кстати, эти Фредди реально быстрые. Тут места уже нету. Есть. Я слышу, бежит. Слышу, он прям приближается. Туда нельзя никак залезть. А даже и точка! Я не специально. И теперь я тоже умер. Вот, не за мной. Видите, не за мной. Это ли... Блин, больно. Блин, Валди. И еще один. Так, давайте подождем, пока они уйдут. Все, резко бежим. Отлично. Блин, они сзади бегут. Я слышу. Ребята, это классное выживание. Надеюсь, вам понравится, как мы страдаем. И скелет умер, все умерли. И скелет, не возрождайся, пока жди. Кекс, кекс вонючий побежал. Вот все, ребята, есть. Вот, вот здесь можно... Нет, это все-таки плохое место для выживания. А ты что тут встал? Ого, их тут зависло. Давайте вам поможем. Все, резко все побежали. Все, Балди, тут мы выживем с тобой. Все, стоим. Я убежал, все, наконец-то. Вы слышите? Ой. Вы видели, их сколько там бегает? Ну-ка. Говорю, там стадо целое. Тогда там... О, мимо. Нет, не мимо. А, быстрее бегите, пацаны, быстрее бегите. Yes, спасибо, что ты Чеку поймал. Спасибо, что ты Фредди поймал, ребята. Вот о чем я говорю. Классно, когда впереди бегут игроки. Они, получается, помогают тебе выжить. И эта толпа за мной бежит. Я слышу. Помогите. Спасите меня, они меня хотят убить. Все, и Тучка. Я их за... Смотри, сколько их там бежит. Беги, Тучка, беги. Фух, меня не убили. Ребята, это просто на соплях. Вот это интересное выживание. Кстати, эти аниматроники очень подходят для лабиринта. Так, где... О, вот он. А, я сейчас догоню Чику. Чика, беги в эту сторону, я в эту... Эй, блин, красноглазый Фредди. Беги, быстрее. Да нет, ты быстрее меня бежишь, я уже боюсь. Во, ребята, вот то место, есть? Где я выживу. Блин, это ты, блин, вот, иди сюда, смотри. И точка. Блин, это классно. Я еще здесь постою. Нет, ай, блин. Мне кажется, такую рубрику можно постримить будет. Я прям на голову свалился этому челепиздрику, блин. А как я возражусь, если они тут ходят? Ну вот именно, так невозможно. А я жду, пока они уйдут. И резко, вот, все, отлично. Нет, беги, да что ты? Ну вот я чего говорю, стопорят меня люди. Ну не стопорите, пацаны, за что вы стоите? Нет. Ой-ой-ой, это очень опасно. Так, я понял, он бежит. Ай-яй! Короче, первому бежать вообще не актуалочка. Так, я не буду возрождаться. Убили еще одного, смотрите, крякнул. Аж дрожит камера, когда убивает. Поцелуй смерти. Все, резко бежим. Тихо, будем сзади бежать. Блин, ты это нереально возродиться просто. Ой, блин. Эй, блин. Да вы договоритесь, пацаны, кто меня убивает? Орет на меня. Да все, я уже крякнул. Ой, а теперь крякнул. Так, возрождаемся и резко бежим. Я ж должен выжить, ну. Все, я первый не буду бежать. Нет, беги! Есть! Спасибо, что ты не застопорил меня. Так. Ай, ё-моё, блин, на каждом шагу встречается, представляете? Побежал сразу. Да, блин, так отвали, ты ножичник. Ай! Надо Бенни хопить. Беги, зря ты стоишь. Ну и стой. Давайте посмотрим, как пингвин сольется. Нет, беги быстрее. Так, я очень боюсь. Ай, блин, поймали. Я поддаюсь. Нафига я не поддаюсь. Эй, да что ж такое? Кстати, ребята, это самый, наверное, сложный режим, который мы делали в этом лабиринте. Сложнее еще не было. Видели, мимо пробежал, значит, я выживу здесь. А как вы думаете, на этой карте вообще есть место такое, где они не смогут убивать? Может, я слышу, нету. Как они по всей карте тарахтят своими лапами металлическими.
Но я живу. Мимо, мимо, отлично. А, может нельзя шевелиться, тогда они тебя не видят? Видите, я сижу, они меня не видят. Реально, что ли? Да, я на корточках сижу в уголку и не шевелюсь, они меня не видят. А где ты? Блин. Да я сейчас скажу, ты приведешь их сюда, не надо. Да, а я приведу. Нет, не надо. Все, сядь на корточки, сядь. Он сейчас попробует, подожди, вот, нет. Отлично, сработала моя тактика. Так как? Все, на корточки садись и сиди. Просто заплаканный Фредди стоит в текстурках, я не могу... Я живу, ребята! Вот, я нашел выигрышную комбинацию. Вот, все, сиди, не двигайся. Я пошутил. Это не работает! Это была случайность все время. Блин, наконец-то немножко можно передохнуть. Согласитесь, они прям жестко атакуют. Где? Ты видишь? Я буду сейчас пытаться АР-2 шарами замочить. Ждем, по-любому они сюда придут, их же очень много. А, где-то 35-40 штук я поставил. Ого. Да. Слышите? Там стадо. Да. Кстати, нам солдатам везет. Мы прям какую-то такую точку на карте нашли, где их нету. Значит, мы победим. Так, приближаются. Я убил! АР-2 шары убивает их. Отлично, два раза надо попасть только. Мочи шары, АР-шарами, мочи. Даже если я умру, не переживай. А, я сказал, не переживай и не пережил. Да я... Вот именно. Ну! Что творится? Я буду мстить за своих подписчиков. Пацаны, извините. Извините, не хотел вас так сильно убивать. Вы красную гранату бросили. Вы псих... Кстати, красная граната не убивает. Аня убила. Убила, да. Так, давайте, охота открыта. Мы же должны их всех убить, по-любому. Где-то еще ходят, мы убили всего лишь половинку. Здесь нету? Нету. Здесь? Блин, да вы задрали своими шарами! Да ну... Ай, блин, я прям к нему пришел, пацаны, он здесь. Мочи его. А, он застрял. Я буду злиться, я не могу возродиться, меня сразу убивает. Он черновал? С оружия обычного, мочи. Ай! А вы задрали! Я валю. Вы неадекватные, как и я. Все туда ему. Убил. Спасибо, что я. Молодцы, пацаны, только вы шарами своими всех мочите. Да ты хватит. Че, вы всех убили? Да. Хорошо, смотрим, у кого сколько смертей. У меня 30. Да ну не все же там. Да ну что, я победитель. Ну видите, я хоть раз в жизни выиграл. Не надо было до записи туда друг друга мочить. Последнее место у нас занял Play Mark. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Дэн, Фуфил Шмерц, Солдат, Джози, Санёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребятушки, сегодня очень классная серия, потому что будем убегать от аниматроников на машинах. А аниматроники не простые, а с фильма «5 ночей с Фредди». Если тебя текушите, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Пацаны, он бежит, будьте внимательны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Обязательно залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Второй. Да что так быстро? Я вижу, его машина ехала, он выпал. Ну ничего, Гусанёк, я тебе ж не они. Я ж буду хорошо играть, ты понимаешь, да? Нет. А он медленный, по сравнению с машиной, он очень медленный. Четвертый. Там даже кто-то закашлял, ё-моё. Гусанёк сегодня... Эй, тихо, не подписывай, тихо, не подписывай меня. Мы же должны выиграть. Гусанёк! Ой-ой-ой! Нет, так не работает против меня. Я же псих, вы понимаете? Я лучший игрок Гаррис Мода. Кто останется последним, будет победителем этого раунда. Ну, скорее всего, это я буду. Смотри, насколько я быстрый. Нет. Ты даже догнать меня, Гусанёк, не можешь, понимаешь? Ребят, ловите. Да нет, ты меня не поймаешь. Перекличка, кто еще живой? Да, оно и так видно, машины посчитай. Да. Я не умею. Ясно, я... Еще одного убил, вы что, сговорились, что ли? Я выиграл, что ли, я последний? Нет, я еще. А, фуфлик.
Не, Гусонёк, это так не работает против меня. Работает. Нееет! Ё-моё! Нет, я... Да, блин, а чё вы как каменные, блин, вас не убить никак. А он ещё взял дрифтовую машину, смотри, никто его убить не может. Как это он же... А, вы видели, как смерти происходят? Получается, его убивают, еще труп какое-то время едет в машине. Хорошо, давайте второй раунд я начну, чтобы было интереснее. Ребята, я возьму Фокси. Фокси очень быстрый, очень. Смотрите, какая у меня скорость. Хотя, мне кажется, у них плюс-минус одинаково, да, скорость, Гусанёк? Не знаю, наверное, да. Так, скажите, когда будете готовы, потому что я уже прогрел свои копыта, чтобы вас мочить, и заточил крючок. Буду всех вытягивать с машины и наказывать. 3, 2, 1. Я начинаю мочить. Гусанёк, у тебя синяя машина? Невидимая. А, невидимая, хорошо. Колеса хоть видно? А, я вижу... Вот, ты, Гусанёк, я тебя первого убью, не обидишься сильно? Это сейчас ты... А, да, вижу, вон гусь на башке. Гусанёчек, ну смотри, как ты сейчас умрешь. Ты далеко, даже давно не играл за аниматроника. Пора тебе сливаться. Так, 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 теперь смотрите, теперь он не, отсюда не убежит. Кому ты врёшь? Блин, да ну ты быстрее меня намного, тяжело тебя догнать. Хорошо, будем тебя ждать здесь. О, я могу под водой быть. Во, теперь вы не знаете, где я выйду. Гусанёчек, ну ты понимаешь, что все, тебе жипа. Вот он, вот он, вот он, я вижу. Смотри, сейчас он поедет на горку, он там немножко затупит, я его встречу. Это я, не Гусанёк. Это все вы там. Сейчас вы окажетесь в одном месте. Вот смотрите, вот Гусанёк едет. Вот он затупил. А чем я ей сказал? Это не я. А, не ты? А, у вас тоже невидимые машины там. Я же вспомнил. У тебя же на гусь на башке конченый. Вот, смотрите, все. Он уже отсюда не выйдет. Прощай. Ты был хорошим человеком. На. Отлично. Давай следующий. Я сейчас в следующий раунд буду очень классно выживать. Так что это будет сильно. Вот еще один. Прощай. Балди улетела, твоя машина уехала в небытие. Ого, ты крякнул. Я когда убиваю, такие звуки издаю, как будто гусь дохлый. Так, подожди, я же... А я знаю, где Гусанёк. Вот он, я думал, он за домом, он в принципе в доме. Вот он едет. Сейчас он где-то тут затупит. Сейчас, я сейчас наблюдаю. А вот, они сами ко мне приехали. Пацаны, ну что? Хорошо, едь, едь. Все умрете. Тут три аниматроника. Вот. Смотри, смотри, смотри. Ну что, последние твои слова. Кто ты, ко мне бежишь? Вот. Я убил, смотрите. Да ладно, как это работает? Он просто мимо проезжал и случайно нажал удар. И он умер. Блин, Гусанёчек. Ну ты не должен выиграть в этом раунде, понимаешь? Не должен. Отлично, убил еще одного. Я вижу, он сюда поехал, давайте мы его здесь встретим. Так, ждем его с этой стороны, смотрите. Вот он, вот он, вот он. Стоять, быстро стоять, говорю тебе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо, блин, ну машины намного быстрее. Если вот так в поле, прям в прямом, очень сложно убить. Он утонул, да? Ты его убил, я вижу, все. Отлично. Так, подожди, а кто еще живой? Санек, ты живой, и кто еще? Я. Так, двое человек. Хорошо, хорошо. Вот я вижу, Гусанёк едет, смотрите, сейчас я его здесь встречу. Он думает, что это все просто так. Я должен принципиально его убить. Не последнего. Подожди, где он был? Я же только что его здесь видел. А, ах ты жопа, ты меня обманул. Хит. Убили? Молодцы, молодцы. Твоя невидимая оконченная тачка тоже слилась. Так, кто еще остался живой? Вот он, вот он, вот он, смотрите. Ах ты, есть! Убил. Отлично. Нет. Да блин, это еще когда едет машина с убитым человеком, это смешно смотрится. Так, пацаны, третий раунд. Сейчас я должен очень хорошо играть. 3, 2, 1, погнали. Димас, я с тобой, мы умрем вместе. Давай, давай, давай. Так, он уже бежит за мной. Он бежит, я вижу. Это так не работает, смотрите. Опа, косожоу. Во, вот это место самое лучшее. Пацаны, только, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы он мучился и не мог долго никого убить. И будет ролик идти 40 тысяч часов. Давай. Нет, это так не работает, я быстрее тебя, смотри. Не догонишь, не догонишь. Ребята, никого еще не убил, это же круто.
Вой, красиво переземлился. Ну, давай будем кругами ездить. Я согласен, давай по кругу. Так, куда он побежал? Я стою. Это самое долгое выживание. Третий раунд самый удачный, потому что пацаны уже все потренировались и понимают, как убегать. Пацаны, едьте, он едет, бежит за вами. Быстрее, бегите! Ой, убегай, уезжайте! Быстрее, Гусалек, ты сейчас умрешь! Ну, быстрее! Ну, кто там в тупик? Кто-то в воду упал! Ну, что вы делаете? Ну, пацаны! Ну, ё-моё, хорошая попытка у вас. О, Кирилл Геймер слился, отлично. Блин, когда уже несколько аниматроников, сложно выживать. Реально сложно. Ну мы сможем. Мы же лучшие, правильно? О, гусенек-то тут, и нормально все. Так, все, наблюдаю внимательно. Гусенек, если что, инфу, где кто. И он поднимается наверх. О, нет, его поймал. Нету. Еще, это что ж такое? Что вы такие все психи? Я должен в этом раунде затащить. Я прям чувствую, как у меня выигрышный момент сейчас будет. Я никого не вижу, пацаны. Вы видите кого-то? Я Голден одного Фредди, поймал. Голден Фредди к нам поднимает. Фредди, быстрее! Так, тебе надо тут по кругу просто ездить очень быстро, они меня не смогут поймать. Не-не-не, это так поймали? Не работает. Еще одного, это что такое? Ну, Джози! Да ё-моё, ну машина, ну конченая машина, ну едь! Не убили! Убили, блин, я раз не понял. Да что у меня машина, бордюр фуфлыжный помешал мне. Я должен по-любому выигрывать. Ну должен. Ну не буду я ж проигрывать всегда. Ой, я такой медленный, как кусок говна. Давайте возьмем все-таки. О, все за Фокси, а я буду за Боньку бегать. Бонька тоже. Нет, Бонька как кусок говна бегает. Бонька, он медленный. Вот кого я возьму. О, тоже быстро бегает. А кто же его? Мы всех убили, что ли, опять? Гусенек. А, вот гусенек, я вижу, летит. Все, я его тут встречаю. Даже если он одного проедет, он меня не проедет. Гусанечек. Так ты жоп, то как ты проскочил через воду прям? Проехал. Изи-изи. Изи-пизи. Так, пацаны, встречаем. Бегите все туда на горку. Изи. Смотрите, знаю гусанька, он сейчас будет назад возвращаться. У меня чуечка прям. Он где-то вот тут. А, нет, все-таки он поехал туда. Хорош, хорош. Стоять! Ну, стоять! Да что ж такое? Мочите, мочите! А что у него за машина конченая такая? Все, он умрет. Смотрите, убили его. Все. Так, ну что такое? Ну, пацаны, ну мы не можем его убить. Признайся, что я самый лучший в Гаррисмоне. Ты пока мисс лучше всех выживаешь, ты понимаешь? Ты побил рекорд. Так, надо его как-то обмануть. Сейчас его там или узамочат, или я его все-таки он, здесь... Вот он. Прыгает. Эй, так, стой, ну блин, да что я такой рахит, не могу догнать его. Ну, мочите. Поймали. Убил. Отлично. Отлично. Все, Гусенек опять начинает. Гусенечек, хочешь начинать или другому даешь свой? Хочу. Вот, хочу, хорошо, хочу. Давай. 3, 2, 1. Погнали. Давай, гусенечек, покажи вещи. Ой, ребятки. Давай, мочи. Еще солдат слился. Ребята, вот это классный раунд. Сейчас я точно должен затащить. Где ты за домом? Я не понял. Я два дома отбежал. А, в смысле? Я же там, где дальний дом вызывал. А, я вокруг в это время, когда ты ехал, вокруг дома объехал. Я знал, что ты меня не увидишь. Поймал. Да блин! Да ну нет! Да ну нет! Я должен был выиграть! Ты все равно победил. А, я победил? Ребята, я знал, что я победил. Конечно, это был режим крыса, называется, но я смог. Ну что, давайте теперь я буду начинать. Сейчас будет решающий раунд. Так, кто у нас в раундах вообще побеждал? Я выиграл. Гусенек побеждал. Кто еще? Дэн выигрывал, да? 3, 2, 1. Ребята, я вышел на охоту, и теперь я уже натренированный. Смотрите, просто профессиональный аниматроник, который мочит всех. Они все наверху, правильно? Правильно. Да, они все наверху. Все, я бегу туда. Пацаны, смотрите, сейчас начинает спрыгивать. Один переворачивается, и в это время я его сразу убиваю. Давай. Вот я о чем и говорил. Гусанек, ты повелся на эту фигню. Ах ты жопа, ты не перевернулся? Нет. Вот блымающая машина. Ой. Прощай! Дэн, сюда. Классно бэкнул. Так, нас уже двое. Мы все, вот. Гусанечек. Ну стой, ну пожалуйста, что у тебя за машина? Я не понимаю, что это за машина у тебя. У меня... Вот, стой! У меня баги. Давай. А, у тебя баги. Вот, правильно, тарань его!
Тарань, тарань, тарань! Спасибо тебе, что ты помог мне его убить! Видите, как у нас? Должны в одной команде, они друг друга мочат. Молодец! Моя школа! Подписываюсь всех! Гусанёчек! Ну, гусанёк! Да что ж ты так идеально переземляешься? Ты должен накосячить. Давай, зеленый, тарань его опять, я хочу его подписать. Так, не надо. Нет, надо, надо. Так, гусанёк поехал за дом, значит, мы объезжаем. Блин, ну я не успею его догнать, у него очень быстрая эта тачка. Так, а где еще все? Еще ж, по-моему, кто-то заныкался где-то. А, давайте посмотрим там. О, подожди, а может тут кто-то? Блин, ну тут тоже нычка была бы классная, на самом деле. Около воды. Ну, оно видно было бы меня. Или здесь вот нычка. А, нет, сюда бы не заехал. Вот сюда можно было бы заехать на машине, и все, я бы выиграл. Хорошо. Есть еще шансы побеждать. Гусанёк молодец, просто по кругу ездит. А вот я тебе и подписал. Я не понял. Я сделал вид, что бегу в другую сторону, резко в его. У него машина какая-то очень мощная. Так, давайте будем окружать гусанька. Потому что он сам себя сейчас в угол загонит. Вы, короче, бегите туда, а я сейчас по этой дорожке тоненько, я его там поймаю. Ах ты жопа, сейчас объедет. Я знал. Вот, 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 понесло его! Понесло, понесло, понесло. Вот его. Говно, может, может, меня и понесло, но я же. Ты хорошо, хорошо. А, вот зеленая машина. Есть! Ну все, прощай! Это уже ты не выживешь. Бэ. Классно, когда умирать. Бэ. Че, гусанёк, ты опять победил? Ну, все выжили. Да, все умерли, еще... ты один остался, нет? Нет, еще трое. Нет, еще. А где они все? Что такое? Мы с Дэном в подвале. В каком мы подвале? Ой-ой. Я их нашел. А где, в каком подвале? Вот я вижу, едет Фокси. Сейчас он зайдет. А, он сейчас на ступеньках там закосячит. Ну все, Фокси, прощай. Давай, бэ. Бэ. Бэ, есть, отлично. Фокси убил Фокси. Все сходится. Он где-то заныкался. Гусанёк, ну мы тебя найдем, ты понимаешь, что мы на тебя. На мосту, он на мосту, на мосту. Идите на мосте. А, я вижу, вот он летит. Все, давайте все стеной встаем и не пускаем его. Давай, быстрее. И с другой стороны, смотрите, ребята, мы окружили гусанька. Да ты говно, ну как ты это делаешь? Ты что такое? Изи, лошары. Да блин, это было красиво! Я знаю, ой, у меня вода шумит теперь что-то. Че за. Эй, аниматроник, не шуми! Блин, гусанек, я должен тебя лично убить. Ты понимаешь, я не прощу это никому, если я тебя не убью. Вот он едет наверх. Так, 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 давайте быстрее, быстрее, быстрее. Он сейчас тут будет ехать. Так, он за дом поехал. Никуда не поехал, ты? Эй! Ах ты, ладно, все уже. Убили? Лошары, не умеете играть. Гейм, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Робби, Крошка-Крошка, Дэн, Санек, Данил Интифай, Фуфло. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет. И омлетики. Ребята, мы скачали очень классную карту «Запутанная лестница». И будем убегать от аниматроников из фильма. Если тебя не кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. А где он? Я его не вижу. А, бежит, бежит, быстрее, быстрее, быстрее. Максим, а ты где? Я за тобой иду. Я за вами наблюдаю тут. Я тоже хочу за вами наблюдать. Я был на следующем острове зеленым. Ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд и Телеграм. Я его слышу. Я его тоже слышу. А я сразу Сереге сказал, что будет сложно, он мне не поверил. Поэтому, Серега, страдай сегодня и мучайся. Ну, тут есть такая фишка, что любой может просто упасть вниз и сразу разбивается. Потому что, когда вы падаете в пустоту, вас сразу ваншотится. Минус 100 хп. Так. Я буду вас искать. А я наверху на кубе. Меня можешь увидеть. Ой, кстати. Серега за нами идет. Дим. Я вижу. Он меня не убьет. Нет, он меня может убить. Беги, вон, Кирилл, он, быстрее, беги. Сережа. А че он именно за нами бегает? Есть же куча людей, которых можно убить. Да, например, Дима. Нет. Вот он, подо мной. Он за мной бежит, что ли? Ну да. Крошка-крошка, стой на месте. Все, он, короче, решил побежать в другую часть карты. Ну и правильно делать, потому что там, мне кажется, легче будет пацанов убивать. Зря ты чуть не спрыгнул, 87 хп у тебя. Галимая какая-то. Я и не собирался прыгать. Вот он бежит, смотрите.
Во, я вижу, там уже куча людей засуетилась. Максим бежит. Максим! Привет! Улыбнись! Тебя снимает скрытая камера. А, ой. Я вас специально отвлекал, что в это время Серега вас убил. Давай, Сережечка, мочи их всех, мочи! Он ко мне бежит. Давайте возьмем камеру в руки и будем наблюдать. Максим, он, кстати, можете убить, даже если под низу будет стоять. Я знаю. Смотрите, смотрите. Ой, давай, давай, давай! Так, как к Диме привести его? Да не надо ко мне его вести. А тут, кстати, очень легко выживать, на самом деле. Сейчас Серега, ты уже не один. Как я и сказал, что кто-то упадет вниз. А кто у нас умер? Фуфлика нашел. Да не лентифай, как ты предсказывал. Ребята, я перед записью просто предсказал, кто как будет умирать. Мои предсказания сбылись. Ё-моё. Все будет намного проще, потому что два аниматроника, это все-таки можно делать окружение, засады делать красивые. Ну да, я уже веду к вам двоих. А их двое? Я случайно, я их не знал, что они бегут. Так я только одного вижу. А один уже к нам поднимается, и тут второй, наверное. Нет, бегите, глупцы! Нет, второй внизу. А. Вот они двое тут. Ну давай, давай, Сережечка. Чё, давай, беги сюда, помогай мне их ловить. Да, если бы у вас было двое, уже кто-то или свалился бы вниз, или все-таки смогли бы поймать. Да, он приближается. Я бегу. Теперь надо как-то нам отсюда свалить, только как это сделать? Как смотрите, смотрите, анализируют ситуацию. Как же поступить, чтобы убить нас? Еще один пришел! Я сейчас встречу. Не-не-не-не-не-не-не! Надо валить отсюда быстрее! Кирюха, спасайся! А тут еще один аниматроник стоит на лестнице. Так, видите? Окружают. Давай, давай, Диму. Да нет, нет, нет! Да ну вас нафиг, я лучше жизни потрачу. Я живым не дамся. Есть, ребята, я свалил от них. Отлично, а отлично. Я спустился аккуратно. Не, по голове аниматронику прыгнул, представляете? Стоять, Дима! Это было сильно, кстати. Ау, я упал. Все, ты умер? Нет, у меня 4 хп так снялось. А у меня 50 хп еще. Нет! Что там? Беги, Дима. А, блин, он сзади. Щит свалился. Блин, не-не-не-не-не-не-не, Сережа. Блин, я вас обманул. Красиво выживаем, ребята, ну. Зато я очень красивый. Ну, пацаны, ну отстаньте, пожалуйста, от меня. Ну, пожалуйста, отстаньте. Ну, стой. Блин, а как же мне... Подожди, ребята, давайте будем мыслить критически. Как же мне их обмануть? Эх, красиво! Это было мощно. У меня жизни очень мало. Очень. Ладно, давайте наверх пойдем. А что бы, почему бы и не пойти наверх? Блин, я так переживаю сильно. Потому что я хочу выиграть. Так, уже 3 аниматроника. Ай, так, пока они там расчехляются. Потрачу жизнь, хоть бы я не умер. Блин, нет. Да я думал, у меня жизни немножко останется еще. Так, хорошо, давайте перекличку. Кто живой? Я. О, ребята, ну все. Да на самом деле я поддался. Все, я вижу скелета, я бегу за скелетом. Все силы, пацаны, мы должны их всех убить. Что, убил Санька? Санька убил. Хорош, молодцы. А здесь так, стоит аниматроника АФК. Еще один. Пацаны, вы что падаете? Давайте выживать красиво. Это аниматроневский дождь, аллилуйя. Так, ну что, я перекрываю ему проход. Давай, гоняй его, а я здесь буду. А где последний, Дим? А вот шкерится за 3 столбами, а, выживает. Умри! Кто еще остался? А теперь Дэн. Меня ищите. Дэн остался живой. Так, пацаны, я догадываюсь, где Дэн. Он там вот возле в этом клубе. Я его нашел. Ты все, поймал. Поймал, я его убили? Поймал. Ага, да, я его убил. Кирилл бежал. Отлично. Дэн, ты победитель этого раунда, молодец. Ну, раз у нас Дэн победитель, Дэн будет и начинать следующий раунд. Пацаны, разбегайтесь, быстрей! Ну и все, красиво, выживаем. О, блин, чуть не упал. Вот так вот по глупости можно и свалиться вниз. Один пар... Максим, ты чё гонишь? Максим рахитоит. Рахитоит! Дима, осторожно. А я вижу, блин, хорошо, что предупредил. Стой, Дима. Нет. Если нет. Я убежал. Куда ты убежал? Далеко убежал, ты меня не найдешь никогда в жизни. Давай в самом низу встречаемся, если ты не ссышь.
Так, можно немножко жизнями... Нет! Я случайно упал вниз! Да это глупость! Это случайно! Из-за Максима упал! Дима, понимаете? Я с тобой вместе упал. Да ладно, я поддался специально. Не, я поддался. Да не, какие шансы? Все. Я должен Серегу убить, понимаете? У меня теперь месть. Убить Серегу. А где Серега? Бегите все там Кирилл Давай. Геймер. Бегите все там? Хорошо, договорились. Все там бежим. Все там. Не тут, да? Там. Так, я думаю, что Серега где-то здесь выживает. Так, поднимаемся на самый верх. А никого нету здесь. А чем мы тут бегаемся, а никого нету? Что за бред? А были, я помню. А Серега? Так, ну что, давайте тогда будем идти сюда. Вижу. Вижу жертву. Пора тебя прикончить. Так, пацаны, давайте я вас жду. Я перекрываю вход. А где? Ну там, где самый маленький участочек такой. Бегу. Я бегу, Дима. Тут есть скелетос бегает, мы должны его замочить. Вон он. Убегает! А ё-моё, он перепрыг... Боже, какой хитрый жук, пап! Вы видели, как он красиво поступил? Хорошо, я его не отпущу. Ах ты жопа, он зато так долго не... Все, он сам себя запер в ловушке. Помните, где мы последнего убили? Ну, предпоследнего. Я его жду тут. А чё я умер опять? Да он как-то... умер. Как-то странно, я ему раз убираю, это как работает. Вы его убили, я вижу. Так, давайте перекличку, кто живой? Я. О, Серега живой! Серега, я слышу твой запах скелето этого папайруса. Папайруса. Не. Это тебя не спасет. Я знаю, давайте, тут же есть помещение. Давайте здесь их поищем, потому что тут по-любому кто-то ныкается. Кто не ныкается? Кто-то уверен был, что здесь. Может, я здесь? Я в сторонике сижу. Серега, ну где ты? Да. Я прячусь. А, ты решил вот так, да? Хорошо. Да, я тут притаился. Серега, ты что, последний, что ли? Нет. Я, походу, еще да. Нет. А кто еще? Фуфля? Да. А может ты... Я еще. Вот мы с Фуфлей, И Дэн. И Дэн. Так Дэн же начинал искать. Как вот он может. А, точно. Блин, пацаны, мы должны объединить все усилия. Видите, что Серега делает? Просто зашкирился, не хочет выходить. Серега, я знаю, что ты где-то здесь. Смотри, я прям приближаюсь к тебе. Не знаю почему, но мне кажется, ты где-то здесь. А, ты прошел только что меня. Неверимо, неверимо. Не-не-не, Серега. Это уже вон ты я тебя какие-то. Вижу. Это только я так могу обмануть. Да не, Серега, ты меня не видишь. Я бы тебя тоже бы как-то нашел бы и увидел. Я тебя вижу, а ты меня нет. Эй! Ты опять мимо меня прошел. Так, блин, я уже в другом месте карты, как я могу это делать? Ну, Серега, ну не обманывай людей. Так вот, я у тебя на голове сижу. Так, ну ладно, его здесь нету. Хорошо, давайте будем тогда в другую часть карты идти. А ё-моё, вонючий аниматроник падающий. Так, давайте тогда размышлять по-другому. А может ли он там где-то? Нашел! Где он? Ропошник. Один был под лестницей, я как и знал. А где тут же много лестниц? В самом внизу карты, под лестницей. Ну не Серега ж там был, правильно? Нет, там был Кирилл Геймер. Так. Как же вы так хорошо бегали вокруг меня. Ой. А Серега у нас получается самый хитрый, да? Раз мы его найти не можем. Наверное. Сережа, выходи. Нет. Я тебе обещаю, мы тебя убивать не будем. А не, он здесь, пацаны, вы что, гоните? Нет, я понял, кажись, где он. Где? Он, наверное, за этим зданием. Вот он! Сережечка, есть! Стоять! А я прочувствовал, я говорю, что я запах чувствую. Серега! Фух, блин, а. И что, ты последний, получается, или еще кто-то живой? Я Фуфля. Фуфля? Серега, ты не выиграл. А хорошая была тактика у тебя, просто забежать и кресятничать. Кстати, на удивление, тут долго просидел, тебя даже никто не нашел. Это уже удивительно как-то. Ой. О, ура, нашли меня! Спасибо, Серега, убивай! Я убил его. А где он был? Так он там же, где и я прятался, в другой двери. Вот, блин. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн, Кирилл Геймер, Просто и Тучка, ОлТВ, Кисми, Кисми Венера, Гафака, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья и тусики. Привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на очень классной карте пиццерия, которая вышла сегодня. И будем убегать от аниматроников с фильма. Если тебе текушьте, приятного аппетита. А мы будем начинать. 3, 2, 1. Погнали. Кто первый умрет, тот лох.
Умирай. Ребята, карта очень классно сделана. Вышла сегодня. Как всегда, мы записываем на самом свежачке. То, что вы больше всего любите. Давай, давай, беги! Венера, беги! Я в тебя верю, ты сможешь. Блин, как же все тут текстуры переделаны. Все сделано вообще очень круто. Так, давайте сюда побежим. А я увидел его. Сейчас убьем кого-нибудь. Давай, давай, мы в тебя верим. Ты сможешь. Оказалось, что легко, да? А когда начинаешь играть, нифига не легко. Я подаюсь. Щенок! А, ты подаешься? А что ты туда залез? Он же туда не залезет никак. А ты можешь на расстоянии убить. А он может туда попасть или никак? Смотри, я могу. Эй, выходи. Не, на, смотри, Дим, на первую букву не могу, а на сцену могу. А, ну да, кстати, это очень прикольно. Кстати, тут есть где-то проход, где можно прям пробегать. Во, давай, сюда, я не стой, не стой на месте. Вот, да. вот, давайте все сюда, пацаны. Мы здесь можем выживать. Я давно убил. Он идет. А, убил? Да. Да. Прям а, все, молодец, моя школа. Поймал на ошибке. Вот он бежит, так. Опа-па, не получилось. Ну фу, Флекс, ну ты же должен был жить. Ребята, я хочу остаться последним, и кто останется последним, будет победителем этого сролика. Сролика. А, нет, меня убили. Ё-моё, да я поддался специально, пацаны, да я поддался. Ну, вы же знаете, что первый раунд у нас сюда тренировочный, а сейчас уже пацаны натренируются, будет очень жестко всех мочить. Даже не мочить, наверное, а выживать. Если что, все поняли. Ой, я не то нажал, ё-моё, аниматроник, ну не гори. Ребята, как всегда, веселье угар. Не забываем подписываться, ставить лайкосики. Заходите в мой инстаграм, я теперь начал вести инстаграм свою страницу, снимая свою личную жизнь. Сейчас вы можете увидеть на своих экранах, как это все выглядит. Так что залетайте в инстаграмчик, подписывайтесь и следите, как я живу, веселюсь и просто записываю ролики со стороны. Всех жду и буду рад для вас вести инстаграм. Так, пацаны, давайте перекличку. Кто еще живой? Уже все умерли. А чем мы бегаем туда? Я последним был. Ладно, ты выиграл. Хорошо, давайте теперь я буду начинать. Давай. Я же еще могу быстрый режим включить. Ой, блин, пацаны, вам не поздоровится. Сейчас всех быстро буду мочить. 3, 2, 1, погнали. Смотри, первый пошел. А, нет, ну вот что-то будет легче. Хорошо, хорошо, я это поддаюсь, ребята, на самом деле. Ну да, да. Да. Фу! Да. А, это Венера, я хотел фуфлить. Дим, я хочу сказать, что я замедлил у него только еще играл, я быстро всех поубивал. А, да? Ну я теперь не буду поддаваться. Ну сейчас вы потренируетесь, я знаю, что у вас будет получаться быстро уже играть. И проигрывать тем более. Ребята, настроение просто великолепнейшее, просто классное. Так, Венера. Венера. Это не Венера, это Дэн. А, это Дэн. Я перепутал. Да я специально не так сказал. Сигма. Да. А вот это я. А как я туда я, мол? Я как это я, привет. Хорошо, хорошо, хорошо. Я запомню твое лицо. Вот тут. Нет. Где он? Я уже там, нет. Ну давай, привет. Че, вы меня не видите? Что, ты описался, да? Я в зеркало смотрел. Я вам насрал. Ой, я там выходил просто. О! Привет! Есть! Ну что, ребята, первый сливейшн. Отлично! Крякнул. Так, следующий. Стоять! Блин, как же я тебя не поймал? А, давайте сюда сходим. Ой, блин! Это я. Извини, обстоятельства. Стоять! Ты тупой. Ты тупой. А как я туда попаду? Я ж не могу туда никак. Могу попасть. Прощай! О, нифига себе, тут карта запутана. На самом деле можно было здесь выживать. О, Куба, беги сзади. Мочи всех, мочи. Так. Может сюда пойти? Привет. Прощай. Прощай. Пацаны, вы что тут с вдвоем сидели, что ли? Вот это мы быстро всех убиваем. Да блин, извини. Ой, извини. Я всех мочу. Ребята, вакханалия просто какая-то творится. Есть! Это тучки. Так, ладно, перекличка. Кто еще живой? Ты еще жив. Я все умер. Опять все умерли? Здесь мы все умерли. А все умерли. Хорошо, удаляем аниматроников. Давайте, кто последний остался в живых, тот и начинает. Пока кто остался в живых? Мы с Тучкой были последнего дня. Ладно, давай, Тучка, ты начинай. Да, я начинаю. Все, пацаны, давайте будем сразу. Вот! Вот здесь очень легко будет выживать. Все, только тихонько в окно не выглядывайте, чтобы он нас не видел. Давай, мы готовы, можешь сразу начинать. И Тучка, я запомнил. Он сразу сюда идет. Опа-па. И Тучка, что за мной-то? Давай, побегаем. Опачки! Пацаны, я буду на себя его отвлекать. Давай, я вам буду спасать жизнью своей жизнью.
Своей жопой. Опа, не попало. Папочки, блин, его легко обманывать на самом деле. Я вообще не могу ничего сделать. Да ты рахи! Нет, нет, нет. Опачки, смотри, как красиво тебя дурю я. Давай лучше иди к другому, ты сможешь его убить. Меня не надо убивать, я добрый. Кирилл, тихо. Я вообще никого не могу теперь убить. Может, не к вам лучше пойти? Алло. Давайте, давайте, привет. Давайте сделаем так, чтобы он не мог долго никого убивать и будем ржать с него. Да, все, все. Уби, ну Дэн, ну ты же хороший был чилипиздрик до этого момента. Так. Блин, а где тут длинный проход есть, где можно бегать? Я уже забыл. Вот, вот. Вот он. Обманул, обманул. Ты лаки просто. Да не лаки, обманул тебя. Лаки, лаки. Не-не-не. Ой! Я у... А там что, комната смерти, что ли? Дим, сними офигану. Он залез сюда, куда не забыл. Ну все, пусть там теперь всю серию сидит, а мы будем угорать над ним. Ой, ты умер, извини, извини. Ему не засчитываемся. Так, давайте тогда я возьму вот это. Так, пацаны, ну что, кто остался живой? Да жив еще. А мы опять всех убили! Давай, Венера, ты никого не сможешь выиграть, а мы будем все ржать над тобой, потому что мы тебе специально сказали взять медленного аниматроника. Щенок! Ой, медленно бегает. Медленно? Что, будем здесь тогда? Да. Смотри. Тогда давай. Ха-ха, я уклонился просто на соплях. Во-во-во, отличное место. Я смогу видеть и ту сторону, и ту. Главное, пацаны, не поддавайтесь ему. Я хочу, чтобы он долго прям страдал и мучился. И мы тут в бассейне шайками играемся. О, я сейчас приду к вам, пацаны. Давай, а тут весело, в пати тут. Ой, вот он идет, пацаны, убегайте! Ну ё-моё, ну пацаны, я ж говорю, убегайте. Я убегал. Давай, давай, ну давай, ну давай. А что? Да что вы сговорились, а что ли? Поддаемся. О, ребята, я придумал, какой мы следующий режим сделаем. С какого аниматроника это будет. Да ё! Да я специально поддался. Да ну хватит, я же свой. Ай, кекс по голове мне дал. Ну ёкалы манекала. Дим, ты давно не смотри. Тебя убили. Ах ты, блин. Хорошо, хорошо, так, давайте. Кто еще живой у нас? Я. А, еще есть живые. Смотрите, уже взяли других аниматроников, и как-то стало полегче выживать. Ну, меня на лаке убили. Да что ты говоришь? Пацаны, окружаем, мы же монстры. Мы аниматроники. Так, 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 так. Стоять! Щенок. На. И кекса по башке еще дал. Так. Ничего с нас, Кирилл. Хорошо, что я убил кого-то, мне это же нравится. Тут ни у кого шариков нету. Так, значит, кто-то у нас заныкался где-то, да, я так понимаю? Нет. Вы бегаем по карте, вон. Вы бегаете, да, вы нас не видите. Смотри, сука, у нас тут уже толпа. Гурьба аниматроников. Дим, дай кекс, я потерял свой. На правую кнопку мыши отбросил его? А на правую так же самое и возвращать его. Так, я не понял, где они? Не спрятались где-то. А, я знаю, где они. Я догадался, пацаны. Законные. Они думают, что они самые умные? Нет. Мы самые умные. Да. Ну тут комната темная есть, может тут кто-то шкерится? Вообще ничего не видно. Убил. Кирилла убил. Бе. Я убил. Я последний. Нет. Ты последний? Я живой. А, еще и тучка живой. Я специально трогать не буду. А где и тучка? Ну подскажи, я его убью. Не надо. Пожалуйста. Ну не продавайся. Ну продайся. Мы тебе дадим кексом по башке. За борщ не продавайся. За тарелку борщика. Не надо продаваться. Есть. Все? И тучка, ты живой? Но я в обычном режиме всех убиваю. Ну где? Так может, мы уже всех убили? Я был за ящиками вместе с Кириллом там, короче. Мы в темной комнате оба сидели. Ой-ой-ой, тут такая нычка есть, вообще имбовая, ребята. А что, все? Все умерли? Да, я тебя прибил. Да. Так, ребята, я сейчас знаете, что придумал? Удалять аниматроников. Давайте сейчас знаете, за какого аниматроника поиграют? За спринт Бонни. Никто не хочет поиграть. Я не хочу сам играть за него. Давай я начну. Давай, начинай. Хорошо. Финальный раунд. Финальная сцена. Он убивается одного раза, я думал, он чикает. Да ну. Блин, я думал, он чикает.
А я на правую. Ну это больно, не бей меня, я добрый. Ну ладно. Все. Да блин, я хотел повыживать. Ну и хорошо, я специально это сделал. А он, кстати, не такой уж и быстрый. Венера. А ты на правую кнопку мыши, да, меня убил? Да, на правую кнопку мыши нажимай в первый раз. А блин, а он как рахит, когда бьет. А, стоять, титучка, стоять быстро, я тебе сказал. Так, подлавливаю. Ты мне что, обдурить хришь? Давай! А за него тяжелее играть. Да. Беги, бежи. Титучка. Сори, а он тебя убил? Нет, все, тогда бежим. Ребята, сейчас я подловлю. Смотрите, если кто-то будет сюда идти, я его подловлю. Ждем. Это очень хитрый план, который я сейчас использовать буду против подписчиков. Нет, я убегаю. Нет, а как? Ё-моё! Ну не меня же его! Не бегай. Меня убил свой, пацаны. Friendly fire. Вот такие игроки с собой играют. Да это из-за ту дитучка, он просто подставился. Это все борщ. Да ну хорош. Дима сегодня просто на мультиварке поддается. Да, ребята, кстати, это в Инстаграме я сегодня вылаживал историю, как я готовил борщ. Теперь они меня все подкалывают. Ну вы тоже это можете увидеть. Без проблем. Мясо вкусное. Да, я озадачил сам себя и пацанов, кто сейчас играет за аниматроников. Тяжело подловить. Я знаю, как это сделать, пацаны. Надо самые центральные входы закрыть. Вот. Я сейчас буду здесь стоять, и кто будет проходить, я его убью. А вы гоните их сюда. А кто живой еще? Я. Физику использовать можно? Физику? Да. А какую физику? Можно геометрию или алгебру? Можно химию использовать. Сейчас этот, кислоту сделаем. Токсик. Ну блин, ну где вы? Да вон, смотри, видишь от меня? Вот я вот. Да не вижу я тебя. Смотри, вот в правый, левый угол. Ну ты врешь, там экран на пиксели, там на экране просто. Там ППС. Вообще никого нету, они все поубегали где-то. Уйди отсюда, Кирилл. Тут места на двоих хватит. Блин, их тяжело убивать. Не, там опасно. Ну давай, пофиг. Знай, кому сказал. Ты меня сейчас убьешь. Есть, Дэн, я тебя увидел сквозь текстуру. Дэн, не убивай меня, пожалуйста. Мы что, есть. Друзья были? Ну что, ребята, теперь нас уже больше. Ой, там спринкрафт стоит, я испугался. В ринге нет друзей. Да ну иди сюда, я тебе дам хлеба. Да блин, как я тебе поддался. Да ну ты над головой прыгаешь, ты мне уже своими башмаками голову все вымазал. Ну стой. Не. Так, где это? Я слышу его по запаху. Ну вы, предатель. Чего я ничего не делал? Стоять! У меня еще, у меня еще клавиатура залагивает, меня просто вперед идет. Я буду чикать тебя, стоять! Есть, попал! Чикнули! Попал! Стой! А ты что там сидишь? И ты, зараза! Давайте, кто из вас... Есть! Подловил и тут... Ну вы молодцы. Наконец. Ну меня не надо, ну пацаны, я же свой. Ну не надо, Нейра. Ну, я же хороший. Здравствуйте. Нейра, иди сюда. А что я тут умираю? Да блин, нет. Убили? Я живой последний, я остался последний. Все, Кирилл Геймер, ты практически победитель. Если сейчас ты продержишься минуту... Нет, две минуты, если ты продержишься, ты победитель этого ролика. Я так с тобой Кириллом в четвертом месте сидел. Да он уже побежал. Ты тоже сидел. А это я кого убил? Я так и не понял, кого я убил. Вот! Вот Кирилл Геймер! Все, ребята, отчет времени пошел. Засекаем. Две минуты. Я думал, что он где-то сейчас тут будет пробегать. Не знаю почему, но мне так кажется. Я поймал. Хорош. Поймал Кирилла. Все. Победила у нас дружба. Дайте я вас тоже всех тут поубиваю. Нет, не надо. Да все уже поздно. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока, ребят. Бомба!